Я хотел бы начать с краткого суммирования того, что мы с вами прочли в прошлый раз. А мы, если мне не изменяет память, закончили практически третью книгу и поговорили о добродетелях. Да, зацепили все еще размышления о том, чем, значит, подневольные поступки отличаются от добровольных, о решении, об ответственности. А затем перешли к обсуждению уже конкретных добродетелей, начиная, собственно, с мужества, и на мужестве же закончили. Аристотель напоминает нам в 11.13b5, что добродетели – это средство, и что, соответственно, мораль связана со средствами. И это нам сразу намекает на то, что существуют моральные и неморальные пути к цели, но цель не является моральной никогда. Затем он говорит об ответственности за содеянным. Когда человек виновен, и когда мы можем считать его виновным, и когда можем не считать его виновным в отношении к неведению. Человек не виновен, конечно же, если он не ведал, что творит, но он виновен в том случае, если он не ведает, что творит по собственному решению. Собственное решение может быть как краткосрочное, я не вижу, значит, все законно, так и долгосрочное, а именно порочность и все следствия порочности. Пьяница не контролирует себя, но он контролировал себя, когда пил. Значит, тремор экскаваторщика, который мы обсуждали, происходит из-за того, что он слишком долго пил, но все равно, когда он только начинал пить, это был его добровольный выбор. Становление порочным, говорит Аристотель, очень часто необратимо, но это тоже не освобождает от ответственности. Мы сразу думаем, что становление добродетельным тоже довольно часто необратимо. И вспоминаем пример с добродетельным человеком, лишенных внешних благ. Также Аристотель говорит, что каждый человек несет ответственность за то, что кажется ему счастьем. То есть он несет ответственность за выбор, неправильный выбор цели, правильный или неправильный выбор цели. Наконец, Аристотель переходит к различию между поступками и привычками. Поступки всегда в нашей власти, привычки вначале в нашей власти, затем уже выходят из-под нее. После чего переходит к обсуждению мужества и, естественно, начинает с того, что мужество относится к страху. Да, страсть, стоящая за мужеством, это страх. Но не ко всякому страху, говорит Аристотель, потому что тогда бы можно было назвать, я не знаю, мужественным того, кто растолстел, потому что он преодолел страх толстоты, например. Относится не ко всякому страху, но только к страху смерти. И состоит мужество не в преодолении страха смерти, потому что очевидно, что и самоубийца преодолевает страх смерти. Некоторые из тех, кто лежат на смертном одре, оказываются способными преодолеть страх смерти. Канатоходцы преодолевают страх смерти и так далее, и так далее, и так далее. А в двух вещах в рамках преодоления этого страха. Во-первых, в том, что это преодоление происходит с помощью знания. То есть мужественный – это не тот, кто преодолевает страх смерти, а тот, кто преодолевает его так, как нужно, тогда, когда нужно, в условиях, в каких нужно, и таким образом, каким нужно. И второе, что при этом само преодоление является прекрасным. При этом, естественно, моральная составляющая, да, то есть составляющая, когда, как, зачем и почему, это все время составляющая фрономесиса. Фрономесис не морален. Он имеет прямое отношение к добродетели, но добродетелью не является. А, собственно, моральная часть мужества заключается в этом самом прекрасном. При этом прекрасное или благородное, как вы помните, очевидно, зависит от города. И в этом смысле кажется, что цель мужества, как цель прекрасного преодоления страха смерти, это спасение города. Затем Аристотель переходит к порокам, которые являются антитезами или антиподами мужества. Их два. На самом деле оказывается, что их три, а не два. Мы думаем, что их два, потому что два надо. Слишком много мужества – это значит иступленный или смельчак, как называет его Аристотель. Слишком мало – это трус. Но так оказывается, что между ними есть еще хвостун. Ну, то есть тогда это не отрезок получается. Да. Тогда А картина как? сложнее. Ну, представьте себе звезду. И мужество в центре? Да, это хвостун. Хвостун находится между смельчаком и трусом, потому что, с одной стороны, хвостун
пока не наступает что-то серьезное, может вести себя как смельчак, как мужественный. А когда наступает что-то серьезное, в отличие от смельчака, который, значит, не отступает, а продолжает идти своей дорогой, хвостун, наоборот, бежит. Далее Аристотель говорит о смерти из слабости, то есть о суициде. И говорит, что это преодоление страха смерти, даже если суицид прекрасен, даже если он совершен во имя блага города, не может считаться мужественным, потому что суицид – это побег от ответственности. Это самоубийство из слабости. Это мужество, в кавычках, из слабости, а не из силы. После чего он обещает нам рассказать о 5 видах псевдо-мужества. Мы снова задаемся вопросом, а вот эти 5 видов псевдомужества, это что, тоже полюса на звезде? Да. А тоже хвастовство, оно тоже не является как бы видом мужества? Почему его нельзя отнести к одному из 5, если это тоже кажущееся мужество? Нет, хвастовство – это порок. Хвастовство никогда не кажется мужественным. А вот что кажется мужеством, это, например, гражданское мужество. Когда все кричат «Вставай, страна огромная!». Но нам кажется, ну, гражданское мужество, понятно. То есть подлинно добродетельный отличается от того, кто, значит, там за родину, за Сталина. Но есть проблемы. Заключается эта проблема в том, что даже гражданского мужества, которое, как говорит Аристотель, ближе всех к подлинному мужеству, существует 2 типа. И заключаются они оба в мотивации. Первый вариант, чем гражданское мужество отличается от подлинного мужества, заключается в том, что причиной его проявления является стыд. Вы не ищете прекрасного, вы бежите от постыдного. И это укладывается в картину Аристотеля, потому что, как вы помните, стыд, о чем будет сказано почему-то после умеренности, это не добродетель. Стыд – это порок. Но если это порок, то как... Именно поэтому это не мужество, а псевдо-мужество. Второй вариант – это страх. Гражданское мужество не тогда, когда вы, значит, ведете за собой солдат, потому что вам стыдно, а тогда, когда за спиной у вас заград отряды. И это тоже, естественно, не имеет никакого отношения к настоящему мужеству. Затем Аристотель говорит, что следующее псевдомужество связано со знанием или опытом. Тогда, когда вы ведете себя мужественно, не потому что вы жаждете прекрасного, а потому что вы понимаете, что в данной ситуации вам ничего не угрожает. Пример Аристотеля – наемники. Наемники обладают знанием военным, и они прекрасно идут в бой, когда победа точно на их стороне. И они бегут, как только понимают, что победа не на их стороне. Затем третий вид псевдомужества – мужество из ярости. Аристотель говорит, что, конечно же, ярость может быть оригинальным элементом подлинного мужества. Но мужество из ярости не может быть подлинным мужеством, потому что мужеством из ярости обладают даже животные. Но, очевидно, животные не моральны. Четвертый вид псевдомужества – это гнев и месть. Мужество, сопряженное с гневом и местью. Аристотель говорит, все просто. Гнев и месть – это не добродетели, а страсти. Затем Аристотель переходит к самонадеянности, как к очередному виду мужества. Вы понимаете, да, что тут есть игра некая? У нас есть наемники, которые мужественны из опыта, из знания. Самонадеянность – это мужество из незнания. Самонадеянный и незнающий, они идут вместе, хотя самонадеянность выше, чем незнание. Самонадеянный, значит, ведет себя мужественно, потому что он не понимает, насколько страшна перед ним проблема. Поэтому даже когда эта проблема появляется, он все еще какое-то время может вести себя мужественно. Незнающий ведет себя мужественно ровно до тех пор, пока не появляются проблемы. Потом он уже сразу бежит. Самонадеянность, повторюсь, выше. То есть получается супер странная штука, если мы попробуем собрать нашу прямую, в центре которой находится мужество,
На одном конце трусость, а на другом смелость. Аристотель говорит о 5 видах псевдомужества, очевидно потому, что он не может избежать общепринятых представлений, которые говорят о том, что мужественным можно быть или псевдомужественным можно быть по многим причинам. Но Аристотель, в отличие от справедливости, еще не говорит, что на самом деле вместо простого отрезка мы получаем странную звезду. Здесь у нас трусость, здесь у нас смелость, но при этом где-то еще есть хвостовство. Затем у нас идет гражданское мужество. Одно из них из стыда, другое из страха. Затем у нас идет вопрос о мужестве из знания и из незнания. И затем у нас идет вопрос, который вы сталкивали, а именно, или который вы точно задавали, а именно мужество из гнева и мужество из ярости. При этом Аристотель говорит, что ярость гораздо ближе к подлинному мужеству, потому что она является элементом подлинного мужества, чем гнев или месть. Картина становится суперсложной и дико неприятной. Поэтому, чтобы избавиться от нее, как вы понимаете, Аристотель объявляет вот это вот все вот так вот, вариантами псевдомужества. И не приводит их к столкновению, не говорит, что это полюса. То есть, что мужество из знания и мужество из незнания представляют из себя полюс. Что мужество из стыда и мужество из страха представляют из себя полюс. Да, конечно, стыд гораздо ближе чем к мужеству, чем к страху. Значит, затем он переходит к суммированию ранее сказанного, и говорит, что мужество – самая низкая добродетель, потому что мужество сопряжено со страданиями, в то время как большинство или все остальные добродетели сопряжены с воздержанием от удовольствий. Ну, в смысле, мужество сопряжено с преодолением страданий, в то время как все остальные добродетели сопряжены с воздержанием от удовольствий. И в этом смысле все остальные добродетели гораздо сложнее, чем мужество – потому что терпеть страдания проще, чем избегать удовольствий. Ну, по понятным причинам, да, мы любим удовольствие. Мы рождены в мире удовольствий и приучились к удовольствию. В конце концов, для того, чтобы терпеть страдания, ничего не нужно делать. Потому что, ну, в этом смысле страдания, да, как страдательный залог. Вот, в этом смысле страдания накладываются на нас извне. В то время как воздерживаться от удовольствий, это значит останавливать самого себя. Удовольствие все-таки находится внутри нас. Наконец, Аристотель говорит, что так как мужество связано со страданиями, с преодолением страданий, то чем больше страдания, тем выше мужество. То есть даже в отношении мужественных поступков мы все равно можем представить себе некую градацию. Я говорю о мужественных поступках, как о совершенно мужественных. Какую предлагает Аристотель? Аристотель говорит, чем более добродетелен человек, который проявляет мужество, тем выше качество мужества. Что он имеет в виду? Что более добродетельный лучше понимает, что такое мужество, чем менее добродетельный? Нет. Он имеет в виду совершенно другое. А именно, жизнь более добродетельного гораздо более ценна, чем жизнь менее добродетельного. И в этом смысле его страдания от осознания собственной смерти гораздо выше, чем страдания менее добродетельного. И в этом смысле его мужество, которое преодолевает это страдание, гораздо выше, чем мужество менее добродетельного человека. То есть умирающий Катон осознает, насколько он крут, потому что он Катон. Осознавая это, понимает, насколько велика его жертва по сравнению с жертвами обычных солдат, умирающих вместе с ним, и даже добродетельных солдат, умирающих вместе с ним. И таким образом он переносит гораздо большие страдания, чем переносят эти солдаты. Понятное дело, что мы разделяем
телесные страдания и душевные страдания. И смело говорим, что так как душа находится выше тела, то душевные страдания гораздо больше, чем телесные страдания. То есть осознание того, что ты суперценный экземпляр человека, и ты умираешь добровольно, да, приносит гораздо более страшные страдания, чем осознание того, что ты, значит, один из, и тебя сейчас распнут на кресте. Или там сожгут заживо. Или будут пытать водой. Или там, я не знаю, все что угодно. Или отрубят тебе все конечности, а потом разорвут лошадь. Но ведь на практике это же не так. На практике ровно так. Ну, я просто не знаю, каково быть коллективно распятой на кресте, но мне кажется, что там, и если бы Катона одного распяли, и там еще 10 христиан, это было бы, наверное, ну, страх у них был бы одного порядка перед смертью, разве нет? Не страх перед смертью, а страдание, связанное со смертью. Ну, смотрите, вы могли себе представить, что эти крестьяне всю жизнь жили в труде, и они воспринимают смерть как избавление? Ну, наконец-то, слава тебе, Господи. Можно закрыть глаза и не волноваться больше ни о чем. В то время как Катон, будущий спаситель Римской империи, условно говоря, там какой-нибудь, да, он умирает и понимает, что он мог бы еще столько всего сделать для страны, и для мира, и для цивилизации, но здесь и сейчас надо умереть. Ну, мне просто кажется, что ты очень обобщенный. Это же естественно бояться смерти. Мне кажется, что большинство людей даже сами... Нет, страх смерти понятен. Да? Речь не об этом. Давайте начнем с простых вещей, в которых мы все согласны. Страх смерти гораздо выше, если вы понимаете, что у вас впереди еще целая жизнь, чем если вы понимаете, что эта жизнь уже прошла. Но ведь это чисто душевное понимание, да? Теперь, страх смерти гораздо больше, если вы понимаете, что впереди у вас не просто жизнь, а счастливая и добродетельная жизнь, а не, там, я не знаю, жизнь в грязи, в труде и всем прочем таком, да? Но если мы согласны с этим, тогда мы можем добавить, что когда вы осознаете, что вы добродетельный и вы гораздо более ценны, значит, что ваша жертва гораздо больше, чем жертва тех, кто менее ценен, кто менее добродетельный. Да. И от этого осознания ваше страдание становится еще больше. То есть крестьяне, распятые на кресте, они думают о том, что умирать больно и как бы и не хочется. Катон думает о том, что его смерть – это огромная потеря для всех, а не только для него одного. И от этого его страдания становятся еще сильнее. Да. Я не совсем согласна с тезисом, что чем ближе ты к естественной смерти, там, от старости условно, тем меньше ты ее боишься. Но иначе бы Рокфеллер не стал пересаживаться. Не-не-не-не-не-не. Меньше боишься – это не значит, что вообще не боишься. Но 6 сердец – это очень большой страх. Нет, он просто мог себе их позволить. А вы бы не взяли 6 сердец, если бы могли? Если бы я не боялась, нет. Нет. Мы не говорим о том, что страха нет. Мы говорим о том, что сравнительно мы могли бы сказать, что он меньше. Грубо говоря, если бы ему было не 80, а 30, их было бы не 6, а 50. Ну, просто потому, что он дольше бы протянул. В частности, да. Ну, это единственное. Нет, ну, наверняка ему он мог и 7-е докупить, знаете, как бонусом, да? Но что-то уже не захотелось, что-то уже не стало. Нет, не успел. Ну, хорошо. То есть... Я думаю, он бы с охотой как раз это сделал. Он бы 7-й, 8-й. Мы вернемся к тезису. Страх смерти никуда не девается, но он несколько меньше. Ну, потому что у вас за плечами уже хорошо прожитая жизнь. То есть вы понимаете, что вы, конечно, не хотите умирать. Готовы это сделать с гораздо большей легкостью, чем человек в 30 лет, у которого жизнь вся еще впереди. Хотя, опять же, это не значит, что там старики заходят в будки для самоубийств добровольно. Вот, это будущее далекое, да? Вот, а так, да. Конечно, вы можете сказать, что существуют такие экземпляры, которые настолько... Но это же и будет исключением из правил. Что ж, после этого Аристотель наконец-то переходит к обсуждению второй добродетели, и он объяснит нам, в чем ее проблема и почему эта добродетель низкая. С этого он, собственно, и начнет. После этой добродетели поговорим об умеренности. Ведь мужество и умеренность – добродетели частей души, не обладающих суждением. Да, это первое замечание, которого раньше не было. Помните, когда Аристотель делил душу сначала на две части, а потом на три? Теперь он говорит, что и мужество, и умеренность отвечают за иррациональную часть души. Позднее будет сказано, что мужество и умеренность – это телесные добродетели. Таким образом, мы могли бы сказать, что мужество и умеренность – это животные добродетели. Но мы остановимся на телесных, чтобы нам было проще.
Но как только Аристотель говорит, что это телесные добродетели, мы сразу получаем движение от телесных добродетелей к умственным через душевные. И таким образом сразу получаем иерархию. Понятное дело, что добродетели телесные – это самые низкие добродетели. Затем добродетели душевные, и только потом добродетели разума. А мы уже сказали, что умеренность – это обладание серединой в связи с удовольствиями, потому что со страданием оно связано меньше, и не так, как с удовольствиями. В тех же вещах проявляется и распущенность. Когда Аристотель только давал список из своих добродетелей в конце второй книги, он ведь говорил о том, что умеренность-то связана со страданиями и удовольствиями, в то время как мужество связано со страхом. Теперь он меняет картину. Мужество связано со страданиями, умеренность связана с удовольствиями. А со страданиями она, хотя тоже связана, но в гораздо меньшей степени, чем мы полагали вначале. Угу. Поэтому определим теперь, с какого рода удовольствиями связана умеренность. Пусть различаются удовольствия тела и души. Возьмем из последних честолюбие и любознательность. В обоих случаях человек наслаждается тем, что ему приятно, причем тело ничего не испытывает, но скорее мысль. В связи с такими удовольствиями неумеренными, нераспущенными не называются. Равным образом не называются так и те, кто имеет дело с прочими удовольствиями, которые не являются телесными. Ведь болтливыми, а нераспущенными мы называем тех, кто любит послушать и порассказывать, и проводит дни с удачей о происшествиях. Не называем мы так и тех, кто страдает из-за потери имущества или из-за близких. Так как Аристотель назвал умеренность телесной добродетелью, самой низкой добродетелью, он вынужден сделать что? Исключить из списка вещей, относящихся к умеренности, все, что относится к душе. Умеренность имеет отношение только к телесному. Она не имеет отношения к духовному. Потому что если бы она имела отношение к духовному, мы могли бы сказать, что все остальные добродетели, как середина, являются умеренностью. Но тогда умеренность бы превратилась не в такую звезду, как мужество, а просто в суперзвезду. Поэтому Аристотель убирает ее, превращает ее в телесную добродетель. Значит, мы немедленно задаемся вопросом, который потом будет отвечен Аристотелем в обязательном порядке. Что же, умеренность – это воздержанность? Энкратия и суфросюна – это одно и то же? Аристотель скажет – нет, ни в коем случае. Воздержанность вообще не попадает в список добродетелей. К чему же относится, к какому же телесному относится умеренность? Угу. Умеренность связана, пожалуй, с телесными удовольствиями, но и с телесными не со всеми. Да, вы видите, что не со всеми. Угу. Кто наслаждается созерцанием, например, красок и линий картины, не называется ни умеренным, ни распущенным. Впрочем, этим, вероятно, можно наслаждаться должно, чрезмерно и недостаточно. Да, даже этим банальное наслаждение картиной, банальное наслаждение зрением, мы тут же можем добавить и слухом, действительно может быть чрезмерным и недостаточным. Тоже справедливо и для удовольствий слуха. Ну, Аристотель сам добавляет. Тех, кто чрезмерно наслаждается пением или лицедейством, никто не назовет распущенными, а тех, кто наслаждается этим как должно, умеренными. Никто не назовет так и наслаждающихся обонянием. Вы видите, что делает Аристотель? Он проходит через органы чувств. Да, раз это тело, то это какие-то телесные наслаждения. Что может быть связано с телесными наслаждениями? Конечно же, органы чувств. Но мы уже выключили зрение, выключили слух, а теперь, кажется, выключим и обоняние. Заметьте, что Аристотель постоянно продолжает указывать нам, что все это общепринятые вещи. Мы не называем, никто не называет и так далее. Никто не назовет так и наслаждающихся обонянием, если исключить превходящие обстоятельства, ибо мы называем распущенными не тех, кто наслаждается запахом яблок, роз или воскурений, но скорее тех, кто наслаждается запахом мира и яств. Распущенные наслаждаются именно этим, потому что запахи напоминают им о предметах их влечения. Нам кажется, что происходит очень странная штука. Аристотель намекает на то, что умеренность связана не со всеми пятью чувствами, а с двумя из них. Она не связана со зрением, слухом и обонянием. Ну, с обонянием так, на полшишечки. Зато связана с чем? С вкусом получается. Ну, с вкусом и осязанием. Да. Кажется, картина вырисовывается именно такая.
Можно, пожалуй, увидеть, как и другие, когда голодно наслаждаются запахом пищи, но присуще наслаждение такими вещами именно распущенному, ибо для него это предметы влечения. И другие животные, если исключить превходящие обстоятельства, не получают удовольствия от этих чувств. Ведь не обоняя, а пожирая зайцев, получают наслаждение псы. Почуять же добычу позволил запах. Так и лев рад не мычанию, а пожиранию быка. А что бык близко, он почуял по мычанию. Вот и кажется, будто мычание доставляет ему наслаждение. Точно так не виду или оленя, или дикой козы бывает он рад, а тому, что получит добычу. Умеренность и распущенность связаны с такими удовольствиями, которые общи людям и остальным животным, а потому представляются низменными и скотскими. Да. Значит, это скотская добродетель, умеренность, точно так же, как и мужество, это скотская добродетель, животная добродетель. Мы себе задаемся вопросом, так что же, высшие добродетели будут человеческими тогда? И какой ответ? По идее, должны, да, но раз они нравственные, то, наверное, вряд ли. Да, конечно же. Тогда какие будут высшие? Божественные. Да. Три типа добродетелей. Скотские, человеческие и божественные. И я напоминаю вам, мы не зря начинали этот курс с того, чтобы рассказать вам вкратце и ужасно, абсолютно изуродовав все, что можно, общую философию Аристотеля. Ведь разум – это божественный разум, перводвигатель. Поэтому то, что в людях есть разумного, в людях есть божественное. Таким образом, мы можем сказать, что у нас есть три типа добродетелей. Животные, людские, божественные. И в соответствии с этими тремя типами добродетелей, три типа существ, три типа людей. Самые низкие – это мужественные и умеренные. Понятно почему. Потому что без мужества не может существовать город. Но точно так же он едва ли сможет существовать без умеренности. Далее, людские добродетели – это все те добродетели, которые на самом деле являются как бы надстройкой над этим базисом. Большинство людей без них прекрасно может прожить. Но это чисто человеческое совершенство, это моральные добродетели. Да, моральное превосходство. Помните, что арете – это превосходство. Наконец, у нас есть божественные добродетели – это, конечно, добродетели разума. Или интеллектуальные добродетели. Не то, что без которых может прожить общество, а с которыми можно жить вне его. А почему вообще так получается? Почему Аристотель самым низшим добродетелем считает именно то, без чего общество не может существовать? Ну так это же очевидно. Потому что большинство? Потому что самые базовые, да, потому что они требуются от большинства людей. Но большинство не может в серьезные добродетели, это очевидно для всех. Большинство не мудрые, не умеренные, на самом деле. Мужественные. Не мужественные, не умеренные, это ведь правда. Если бы большинство не было умеренными, то общество не могло бы существовать вообще. То есть, если бы вы не могли останавливать свои позывы в еде и сексуальных наслаждениях, то никакого общества бы не было. Вы бы просто грабили магазины, да, постоянно. Или участвовали в оргиях. Вообще никак нельзя. Без мужества тоже никак нельзя, потому что даже если мы организуем общество, и даже если это будет хорошее общество, если его никто не будет защищать, оно погибнет. В этом смысле Аристотель ведь говорит, что гражданское мужество – это не подлинное мужество, но оно ближе всего к подлинному мужеству. А очевидно, что большинство людей мужественны именно в рамках гражданского мужества. То есть либо из страха за глад отрядов, либо из стыда. Тут есть проблема, которую я хочу, чтобы вы увидели и обозначили для меня. Какая? Без чего еще не может существовать общество, на что не является животным? Справедливость. Справедливость. Да, здесь есть проблема. Справедливость получается некой средней добродетелью. С одной стороны, она базовая, потому что без нее не может существовать общество. С другой стороны, она точно не животная. У животных нет справедливости. С третьей стороны, если мы понимаем, что справедливость – это следование закону, то у нас возникает какой вопрос? Точно такой же, как и мужество. Не является ли справедливость следованием закону из страха и стыда в основной своей базе? Ну да, из страха. Но очевидно, что для Аристотеля это нет. Подлинная справедливость не имеет мотиватора вне себя.
Потому что помните, в чем проблема с мотиватором вне себя? Тогда это не добровольный поступок. Если это не добровольный поступок, это не добродетель. Но для большинства людей, понятное дело, это не добродетель. То есть, видите, двойная природа справедливости заставляет ее вынести вообще в отдельную книгу. Почему для большинства справедливости это не добродетель? Точно так же, как подлинное мужество и гражданское мужество – это разные вещи, хотя гражданское мужество ближе всего к подлинному мужеству. Причина, почему гражданское мужество не подлинное добродетель, заключается в том, что мотиватор быть добродетельным лежит вне вас. Да. Точно так же и со справедливостью. Большинство людей справедливо из страха или из стыда. Вы, когда видите полицейского, вы дорогу переходите на зеленый свет по пешеходному переходу. А если не видите, бежите через восьмиполосный этот поток на Тверской. Но это значит, что когда вы так делаете, вы не совершаете справедливого поступка. Вы не проявляете добродетели. Но меня больше интересует вот эта двойная природа справедливости. Справедливость не животна, но справедливость базисна. Без справедливости не может существовать общество. Кроме того, мы можем сказать, что когда Аристотель будет разбирать справедливость, до чего мы уже никогда не дойдем, окажется, что справедливости как минимум две, о чем он говорил ранее. Справедливость как законность и справедливость как честность. Это тоже будет большой проблемой к пониманию справедливости. Но это нельзя подвести под то, что именно рациональные добродетели являются подлинными истинами, к которым надо стремиться, в то время как вот, ну, моральные нравственные, да, они не являются. Конечно. А справедливость относится, в принципе, именно к ним. Да, несомненно. Поэтому... Когда мы обсуждаем вот эти добродетели, мы обсуждаем вопрос о жизни в обществе, о существовании общества. При этом вопрос о существовании общества, о продлении жизни общества находится только вот здесь. Ну, учитывая вопрос со справедливостью, да, трудность справедливости. В то время как более высокий уровень, он, естественно, уже не базовый, и он не столько имеет отношение к обществу, сколько имеет отношение к конкретным людям. Опять же, исключая справедливость. У нас получается вот такая странная опять картина, которая вроде суперстройная, но, казалось бы, но все же просто. Но справедливость все ломает. Но ведь можно справедливость спокойно отнести к моральным добродетелям, потому что она как бы проистекает из мужества и умеренности граждан. Нет, справедливость не проистекает. Ну, то есть она держится на этом. То есть человек, гражданин хороший, не может быть справедливым, если он не умерен и не мужественен, как бы именно в гражданском смысле. Не справедливость является короной всех добродетелей, а великолепие. Но я имею в виду, вы не можете быть великолепным, если вы не мужественны и умеренные, но вы можете быть справедливым, не будучи мужественным и умеренным. Если справедливость – это следование закону. Да, но умеренность, она в том числе заключается в том, чтобы эти законы не нарушать, то есть не давать волю своим каким-то низменным чувствам, эмоциям и так далее. Только что вам было сказано, что умеренность не имеет отношения к душе никакого. Ну, к тем же телесным, если у человека есть желание пойти и убить другого человека, законы будут это не телесное, желание не телесное. Если вы хотите покушать вечером из холодильника, есть ли такой закон, который запрещает вам это сделать? Закон Божий какой-нибудь. Вот, видите? Не, ну то есть мы же, опять же, мы когда говорили о справедливости как о законах, мы говорили не только о законах государственных, а в принципе как о договоре между людьми и так далее. То есть поступать справедливо, это означает поступать согласно тем или иным, как бы, правилам. Ну да. Вот. Ну так есть какая-то традиция, которая запрещает вам? Ну, может быть, такая традиция. И она будет заставлять вести себя умеренно и в каких-то случаях там мужественно. Нет, понятное дело, что традиция будет заставлять вас вести себя умеренно. Ну, например, когда вы там своим детям должны будете давать побольше еды. А себе поменьше. Да, или, например, когда вы там должны будете между друзьями разделить поровну эту еду. Ну, и, допустим, это будет справедливо. Да. Вот, то есть поэтому справедливость относится к моральным, а не к... Нет, наоборот, именно поэтому справедливость относится к телесным, как вы только что доказали. Справедливость телесна, но справедливость относится к нижним, потому что она базовая, без нее общество не может существовать. Но справедливость моральна, потому что она не животна. У животных есть мужество, есть умеренность. Это имеет отношение к телу. Но справедливость не имеет отношения к телу. Тогда, в принципе, мы можем справедливость как закон отнести к животным? Нет, не можем. А если рассматривать инстинкты животных, какие-то там
повадки, поведение и так далее, как какой-то закон природы, я не знаю. И чего? Ну, а тогда можно отнести справедливость как закон к животным. Нет, нет, нет. Потому что очевидно, что вы можете нарушить законы, но не можете нарушить законы природы. Ну, почему? Ну, потому что червяк не взлетит, если только его птичка не подходит. То есть, видите, как-то не очень красиво все это получается, но зато очень красиво описано и очень правильно поставлены проблемы. Справедливость относится к низким добродетелям или к высоким? И если она ни туда, находится ли она между ними? И если она находится между ними, являются ли людские добродетели выше, чем справедливость? То есть там, где есть разнообразие, есть иерархия, и как построить здесь иерархию, это большой вопрос. При том, что вначале она же строится отлично совершенно, и совершенно спокойно. Более того, почему справедливость разбирается подробнее, чем все остальное? Вот именно из-за этого. Из-за чего? Из-за того, что... Она такая особенная? Ну, из-за того, что ее можно трактовать по-разному. Можно потому что она сложная? Да вот, нам можете было показать. Потому что она как базовая, то, что... Если это целевая аудитория, это вот там законодатели и так далее, чтобы распространить это на всех граждан, вот. Чтобы объяснить, как сделать людей справедливыми. Это другой вопрос. Справедливость обсуждается, потому что справедливость является главным вопросом для законодателя. И если не будет следования закона, то не будет ни, как вы предполагаете, умеренности, ни уж тем более гражданского мужества. Потому что гражданское мужество как раз вызвано наследованием закона, да? Иди в атаку, а не то мы тебя там расстреляем, посадим, подведем под трибунал, подведем под монастырь и так далее, и так далее. Умеренность и распущенность связаны с такими удовольствиями, которые общи людям и остальным животным, а потому представляются низменными и скотскими. Это осязание и вкус. Но ко вкусу человек, кажется, прибегает мало или даже вовсе им не пользуется. Ведь от вкуса зависит различение соков, к нему прибегают, проверяя вина и приготовляя кушанье. Однако отнюдь не это доставляет наслаждение, по крайней мере распущенным, но смакование, а оно возникает всегда благодаря осязанию, как при еде, так и при питье, так и при так называемых любовных утех. Да, между двумя чувствами, относящимися к распущенности и к умеренности, то есть к избеганию удовольствий телесных, одно гораздо ближе и больше, чем другое. Вкус гораздо слабее предоставляет нам телесных удовольствий, чем осязание. Потому что осязание включает в себя не только еду и питье, но и секс. И то есть тут тоже выстраивается иерархия? Да, конечно, конечно. То есть смотрите, помните, Аристотель говорит, значит, что у нас есть? У нас есть зрение, слух, нюх, осязание. Вкус и осязание. Аристотель говорит, вот осязание – это номер один во всей этой штуке. Отсюда помните, что мужчина не любит глазами. Мужчина любит глазами – это вранье. Мужчина любит руками. Осязание – это номер один ощущение. Затем идет вкус. Затем идет нюх, как связанный со вкусом. Помните, Аристотель говорит, гурманы любят запах своей еды, потому что он указывает им на то, что скоро будет вкус и скоро будет осязание. Как быть со слухом? И зрением. Если Аристотель перечисляет их в правильном порядке, то есть вот так, как обычно, от самых слабых до самых сильных, то почему зрение стоит первым? Ведь очевидно же, что вид еды, как и запах еды, подталкивает вас к будущему вкусу и будущему осязанию. В то время как слух еды – это вообще что? Ну, слух еды – это может называть по очереди, там, клубничка, еще что-то. Нет, в смысле? Ну, в смысле, человек слышит там... Слышит что? Говорят о клубнике, говорят... Еще о чем-то. Это хорошая идея, мне она очень нравится. Смотрите, тогда получается, что все правильно. Потому что зрение еды, которое, как и нюх еды, вызывает вот эти все дальнейшие ощущения, предвкушает эти дальнейшие ощущения, может возникать только тогда, когда еда находится у вас перед глазами. В то время как слух еды может вызывать все эти приближения всех этих ощущений, даже когда они говорят, что происходит гораздо чаще, чем вы еду видите. То есть вы чаще обсуждаете еду, чем видите еду. Вот. И тогда, да, тогда смотрите-ка, все получается очень хорошо. Очень ровненько.
Вот почему один чревоугодник, полагая, что удовольствие он получает от осязания пищи, молился, чтобы глотка у него стала длиннее журавлиной. Итак, распущенность проявляется в связи с тем чувством, которое более чем все другие является общим всем живым существам, и ее с полным правом можно считать достойной порицания, потому что она присутствует в нас не постольку, поскольку мы люди, а постольку, поскольку мы животные. Наслаждаться такими чувствами, то есть иметь к ним исключительное пристрастие, значит жить по-скотски. К тому же распущенные лишены самых благородных удовольствий, осязания, скажем, от натирания маслом в гимнасиях и от горячей бани, потому что наслаждение распущенному доставляет осязание не во всех частях тела, а только в определенных. Да. Что же это значит, говорим мы себе? Что всякий, кто наслаждается телесными удовольствиями, становится распущенным, является распущенным, а Аристотель говорит «не-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 не
достаточно, кажется, чтобы сказать, что основными источниками распущенности, основными источниками неумеренности телесными являются язык и половые органы. В то время как возможны другие телесные удовольствия, не связанные с этими органами, но все еще связанные с телом. Аристотель приводит пример со всей поверхностью тела, с кожей, натиранием маслом и бани. Распущенный не получает от этого удовольствия. Почему? Распущенный не получает от них удовольствия, потому что удовольствие от них слишком мало по сравнению с этими двумя источниками удовольствия. Если вы распущены, то вы, очевидно, стремитесь к максимизации удовольствия. Но максимальное удовольствие вот, телесное выдается сексом и едой. Можно привести вот с едой аналогию? Ну, чтобы конечно. Это спорить. Конечно. Можно вот смотрите, я, допустим, ладно, не я, просто есть человек, который очень любит, не знаю, клубнику, другой человек, этот же человек чуть меньше любит ананасы и еще чуть меньше любит орешки. Вот, но при этом, если у него даже есть возможность поесть клубнику, то есть что-то высшее из удовольствия, это есть у него дома, и при этом, поев орешки, он, ну, нельзя же сказать, что он не получит от них удовольствия. Не такое сильное. Не такое сильное. А теперь... мы говорим о том, что он вообще не получает удовольствия от того, что он ноет и распирается. Мы, конечно, говорим, что не такое сильное, да? Но потом мы вспоминаем, возвращаемся обратно к распущенному. Вы описываете обычного человека, а мы говорим о порочном. Значит, смотрите, можно есть там гречневую кашу, ненависть всей жизни, да, или манку, а можно есть лобстеров с приправами. Вот вопрос, опустится ли распущенный когда-нибудь до гречневой каши? Ну, если выбора не останется, то почему? Нет, мы не говорим про выбора не останется, мы говорим про выбор. Ответ – нет. Потому что помимо лобстеров с усами существует еще куча других гурманских блюд. То есть гречка априори не относится к гурманским блюдам, даже если ее там как-то запекли. Нет, ну если ее как-то, да, но это уже не будет гречка, да, понимаете? Тофу с мясом – это уже не тофу. Да, там вегетарианское блюдо с говядиной, ну, перестает быть вегетарианским. Хотя, казалось бы, если вы гречневую кашу, значит, обливаете мясными бульонами, сверху забрасываете шафраном, потом все это закидываете пармезаном, то, наверное, это уже не гречневая каша. То же самое касается и секса, да, тут об этом мы не говорим. Поэтому, когда у того, кто ищет наслаждений, кто порочен, возникает выбор, значит, лобстеры или баня, то он, очевидно, выбирает лобстеров, потому что это больше удовольствия, чем баня. Нет, вы опять думаете о чертовых российских предрассудках про баню, прекратите так думать. Ну просто баня, это же классно. Ну так бывают же люди какие-то с прибабахами, которые постоянно моются и помешаны на чистоте. Нет, это же... не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем, к умеренности и распущенности. То есть, если вы поехали на чистоте, то как бы, ну, вы сумасшедший с ума, да? Такое бывает. Но если вы ищете жизни полной удовольствий, то вам к еде и сексу, а не в бане. Хорошо, если мы зайдем с другой стороны. Полностью присыщенный человек, очевидно, предпочтет лобстером баню,
потому что лобстер у него уже вот здесь. И вся остальная еда. Я имею в виду не в смысле, он уже наелся, видеть их не может, а вообще не может больше видеть еду. Потому что он больше не лезет. Вообще не может видеть еду. Ну, потому что в него больше не лезет. Конечно, если он пойдет в баню, вообще умрет после такого. Ну, да, как, да. Как вы имеете, то есть вы имеете в виду, что он настолько объелся уже, конечно. То в этот момент он перестанет предпочитать еду. Она перестанет приносить ему удовольствие. И тогда он выплюнет удовольствие. Я знаю этот ваши проклятые эпикурейские, значит, заходы. Вот, и так далее. Вставить два пальца в рот и снова освободить от места. Или там в туалет сходить и снова освободить от места. А если... Ну, так Нет. После еды, да вы сразу зашли. Ну, я понимаю, да, он умрет. Да, да. Нет, но он не обязательно умрет, но там реально хорошо не будет. Ну, сердце накроется сразу. Ну, вот. Нет, может, ну, ему станет тяжелее, не обязательно это прямо смерть, но вообще да, да, конечно. Кроме того, у нас все время остается второй вариант, незадействованный, да? Что вышло? Да, когда вы вот так, да. Вот, конечно, да. Конечно. Ну, так как обычно и бывает. А что вышло? Ага, это хороший вопрос. Быть может, Аристотель ответит на него чуть ниже? Но я думаю, что если мы говорим о современной ситуации, то очевидно, что если еду продают с помощью секса, то секс выше, чем еда. Ну, элементарно, едой могут наслаждаться дети, но очевидно, как бы не то же самое. Если еда доступна. Мы не пойдем туда. Мы не пойдем туда. Не надо. Можно еще раз, если удовольствие от еды доступно большему числу, значит, очевидно, выше то, что доступно меньшему числу, соответственно. Да, да. А почему еда с помощью секса продается? Вспомните рекламу. Две фигуристых блондинки, нет, одна из них даже брюнетка, на пляже у моря играют в волейбол. Или бегают, по-моему, даже бегают. Они вместе бегут. Жвачку продают? Не-не-не-не-не-не-не-не. Они бегут, значит, и камера постепенно находит на их следы на песке, которые смываются морем, и надпись «Bon Aqua». Понимаете, да? Ну так вот. Это вода, это хорошо. Да, да. Чем ее продают-то? Ну, элементарно, тебе нужна реклама еды, но реклама секса тебе, в общем-то, не нужна. Не, ну так если еда и так доставляет кучу удовольствия, то зачем ее продавать с помощью секса? Нет, она же и так будет продаваться. Нет, понятно, что как бы в нашем разнообразии вы должны каким-то образом присовокупить к своему товару какой-то имидж, который будет продвигать именно этот товар. Но там стильно, модно, но двигатель номер один – это секс. Но есть и другие двигатели. Конечно, но они слабее. То есть, если бы Sprite продавали полуголую девушке, он продавался лучше, чем если бы он как он продается сейчас, с криком «Что там? Имидж ничто, жажда, все?» Да, слоган на его детство, да? Но люди же не настолько вот такие, чтобы верить этому. Нет, речь не идет о вере. Речь идет о том, что даже в наши дни идея-то очень простая, что секс стоит выше, чем еда. Хотя бы потому, что он происходит реже, чем еда. Но еда-то нужна чаще. То есть, так если вот без еды прожить нельзя. То, что чаще, то ниже. Не, ну тут человек просто выжить не может, если он не будет этого делать. Нет, мы говорим о порочном человеке. О порочном человеке. Кроме того, даже ваш аргумент, так это значит, что она базовая, без нее жить нельзя. Так это автоматически будет значить, что секс-то лучше. Но он тоже базовый. И тоже... Нет, без него прекрасно может жить. Да. Если мы говорим о порочном, который питается одними лобстерами, то, ну, это, кстати, вопрос. Ну, настолько и базовая еда. Понятно, нет. В принципе, нам не нужны лобстеры. Конечно. Но тогда мы возвращаемся обратно вот сюда, да, и ничего не меняется. В этом смысле. Вот из такой схемы не следует, что порочным может быть только состоятельный человек, богатый? Ну, если мы про еду говорили... Вы хотите спасти бедных, да? Не, просто по такой же логике раб, который просто постоянно помешан на сексе, он будет выше, чем богатый, который помешан на еде. Раб, который помешан на сексе, будет выше. Ну, то есть еще хуже, вы хотите сказать. Ну, потому что выше. Вы рабы непорочности стоять выше. Да. Ну, так ничего не нормально. Хорошо, а если наоборот, раб, который помешан. Ладно, у него. На еде, да. Там уже детали-то можно сколько угодно придумывать. Да? Очевидно, что богатый, который помешан на еде и сексе, все равно выше, чем кто-то, кто помешан только на еде или только на сексе. Хорошо. Я вижу, эта тема тронула вашу душу. Давайте дальше. Принято считать, что одни влечения общие для всех, другие у каждого свои и благоприобретенные. Так, например, влечение пища, естественно, ибо к ней влечет всякого, кто нуждается в еде или питье, а иногда в том и другом одновременно.
И всякого, кто молод и в расцвете сил, как говорит Гомер, влечет к объятиям. Ну, какой хороший эвфемизм. Но не всякого привлекает именно эта пища и именно эта женщина, и не всех влечет к одному и тому же. Вот почему, каково влечение, по всей видимости, зависит от нас самих. Да, вы видите, это оправдание того, что порочность внутри нас, а не вне нас, хотя речь идет о телесных удовольствиях, которые точно вне нас. А если это вне нас, то это все искусственно? Нет, если это вне нас, то это все не искусственно, а не добровольно. Но Аристотель говорит, не-не-не-не-не-не-не-не. В эту игру мы играть не будем, что порочность там где-то вне вас, а добродетельность только внутри. Все это внутри нас самих. То есть лобстер это вне нас, но желание скушать именно лобстеров внутри нас, и именно оно делает нас порочным. Но это человек сам выбирает или нет? Конечно. Ну, в смысле, выбирает лобстеров, а не лобстеров, а там, не зебру или не страусиное яйцо. Впрочем, в нем есть, конечно, и нечто естественное, потому что хотя одному удовольствие одно, а другому другое, иные вещи доставляют удовольствие любому и каждому. Да, то есть есть вкусы, а есть то, что делят все люди. Угу. Однако в естественных влечениях погрешают немногие, и притом в одном направлении, в сторону излишества. Действительно, есть все, что попало, или пить до перепоя означает перейти естественную меру по количеству, так как естественное влечение имеет целью только восполнение недостающего. Значит ли это, что потребность накидаться – это естественная потребность? И можно перейти границу естественной потребности? То есть он еду ставит с вином на одну ступеньку? Однако в естественных влечениях погрешают немногие, и притом в одном направлении – в сторону излишества. Действительно, есть все, что или перейти естественную меру по количеству. Ну, естественная мера по количеству. Да, но. То есть алкоголь он ставит. То есть есть естественная какая-то необходимость. То есть мы, естественно, должны принимать алкоголь, но в определенных количествах. Я понимаю, что они там только вино пили. Да. Но мы не. Тут нет долга, речь идет о превосходстве. Вот. Но вообще, конечно, умеренность будет требовать от вас. И мы это обсуждали, по-моему, чуть ли не на первой встрече. Например, иногда принимать алкоголь. Да. Ну да, да. Но это не пример естественного влечения. Сейчас разберемся. Значит, когда вы не пьющий, но вас алкоголь заставляет принимать фронесис. Да, мы обсуждали это какие-то похороны или там какой-то праздник серьезный, и вы не можете избежать от этого. Тогда это, конечно, проявление умеренности. Но не в том смысле, что в проявлении умеренности в стремлении к удовольствию. А в каком смысле? Проявление умеренности в чем? Если не в удовольствиях? Страдание. Конечно! Вы же трезвенник не потому, что вы, значит, там, язвенник. Ну, хотя и поэтому тоже. Вам не нравится алкоголь, да? Не нравится либо его вкус, либо его последствия, неважно что. Именно поэтому, когда вы его принимаете, вы заставляете себя страдать. Это проявление умеренности. То есть, проявление умеренности в страданиях. А теперь представим себе, что... Поговорим о естественных вещах. Впрочем, вот почему. 10. Вот почему, каково влечение, по всей видимости, зависит от нас самих. Впрочем, в нем есть, конечно, и нечто естественное, потому что хотя одному в удовольствие одно, а другому другое, иные вещи доставляют удовольствие любому и каждому. Вино вполне может не входить в число этих вещей, которые доставляют удовольствие всем. То есть, если у вас внутри нет тяги к вину, то тогда оно не попадает в ваш список умеренности, в принципе. То есть вот это дальнейшее, значит, все мы хотим пить или не пить, да, в смысле, что он... Действительно, есть все, что попало или пить до перепоя, означает перейти естественную меру. Но это естественная мера в кавычках. То есть если в вашем естестве нет желания пить, то этой меры нет. Однако в естественных влечениях погрешают... Нет, это вы читали. Действительно, опять. Действительно, есть все, что попало, или пить до перепоя означает перейти в естественную меру по количеству, так как естественное влечение имеет целью только восполнение недостающего. И вы видите здесь диетический совет от Аристотеля. Пища и питье нужны не для наслаждения, они нужны для восполнения потерь. И соответствующих людей потому называют рабами брюха, что они наполняют его сверхдолжного. Такими становятся люди чрезвычайно низменного нрава, но многие и во многих отношениях погрешают в связи с удовольствиями, приятными им лично. Ведь среди тех, кого называют любителями, одни наслаждаются не тем, чем следует, другие сильнее, чем большинство, третьи не так, как следует,
распущенные приступают к меру во всех отношениях. И тут оно снова появляется. Что вместо простого отрезка? Куча. Снова куча. Звезда. Да. Не тем, чем следует, сильнее, чем обычно, не так, как следует, и распущенность, которая, в принципе, все это в себе объединяет. Угу. Действительно, они наслаждаются такими вещами, какими не следует наслаждаться, потому что они отвратительны. Да, то есть они не только наслаждаются больше, чем следует, они наслаждаются вещами, от которых не может быть наслаждений. Угу. А если от чего-то из их удовольствий все же следует получать наслаждение, то они наслаждаются этим больше, чем следует, и сильнее большинства. То есть они включают в себя все три эти вещи. Угу. Итак, ясно, что излишество в удовольствиях – это распущенность, и она заслуживает осуждения. За стойкость в страданиях, в отличие от случая с мужеством, не называют умеренным, а за ее отсутствие не называют распущенным. Но в то же время распущенным называют за то, что человек страдает больше, чем следует, из-за того, что ему не достаются удовольствия. Даже страдания его бывают из-за удовольствия. А благоразумным называют за то, что человек не страдает при отсутствии удовольствий, из-за воздержания от них. Да, иными словами, ну, благоразумным, только умеренным, да? Иными словами, когда вы принимаете на том перу алкоголь, который не любите, это неумеренность. Потому что умеренность имеет отношение только к удовольствиям, а не к страданиям. То есть никто не назовет вас умеренным за то, что вы приняли то, что вам не нравится. Угу. То есть получается, что страдание, которое из-за удовольствия, да, оно тоже бывает признаком распущенности. Конечно. То есть можно быть распущенным, потому что себе слишком много страданий. Нет. Ну, сейчас давайте разбираться. Значит, во-первых, можно быть распущенным при условии, что вас пучит. Вы съели слишком много лобстеров, вас пучит, это больно и неприятно, но вы терпите. Сюк-сюк-сюк, и снова суете в себе еще одного, потому что вы гурман. Да? Или там, как эту птичку, есть такая французская птичка из какого-то вида, занесенного в Красную книгу, которую нельзя было есть чуть ли не с 14 века, и поэтому едят ее, естественно, нарушая все законы, под головой закрытой салфеткой. То есть вы не должны, никто не должен видеть, как вы ее едите, и вы тоже не должны видеть, как вы ее едите. Настолько это греховное дело. Но тут есть другое замечание, которое не было. Еще разочек. Итак, ясно. Итак, ясно, что излишество в удовольствиях – это распущенность, и она заслуживает осуждения. За стойкость в страданиях, в отличие от случая с мужеством, не называют умеренным, а за ее отсутствие не называют распущенным. Но в то же время распущенным называют за то, что человек страдает больше, чем следует, из-за того, что ему не достаются удовольствия. Да, а вот здесь, например, вполне можно записать мазохистов. Вот, я вот о них и думала. Да. Но опять же, конечно, мы же про секс говорим, да, очень легко. Ну, то есть всевозможные сексуальные извращения, связанные с доминацией, с садомазохизмом, пожалуйста, да. Не в смысле физической боли, а в смысле лишения того, к чему стремится распущенный. Итак, распущенного влекут все или самые сладкие удовольствия, и влечение тянет его так, что он предпочитает эти удовольствия всему другому. Да, это еще одно замечание. Все удовольствия или самые лучшие, понятное дело, что эти удовольствия он предпочитает. То есть нам всем нравятся лобстеры, давайте согласимся с этим. Но кто-то способен без них обойтись, а кто-то не способен. Вот почему он страдает как от лишения удовольствий, так и от влечения к ним. Влечение ведь сопряжено со страданием, хотя и кажется нелепым страдать из-за удовольствия. Да, опять немножко эпикурейство, да? Заметьте, что Аристотель пытается выдать порочного как страдающего. Он все время страдает. То же самое касается и труса. Но трус, очевидно, все время страдает, ему все время страшно. Мы так думаем... Как насчет смельчака? Смельчак тоже все время страдает. Порочный, говорит Аристотель. Но что он имеет в виду под порочным? Слишком много удовольствия он имеет в виду под порочным. А как насчет слишком мало удовольствий? Ну, у нас же есть простая прямая. Мы забыли про звезду, да? У нас же есть простая прямая. Порочный – это и тот, кто испытывает слишком много удовольствий, связанных с телесными, и тот, кто испытывает слишком мало удовольствий. Но тот, кто испытывает слишком мало удовольствий, разве страдает от их недостатка? Если бы страдал, он бы просто добирал бы их, и все бы было хорошо. Он же не в тюрьме сидит, да, там, где баланду выдают. Или, я не знаю, не в пустыне бежит по песку. Не Бир Гриллс, который там мочу свою дистиллирует.
Да. Нет, я имею в виду, ведь тогда получается, да, он страдает, потому что воздержание от удовольствия гораздо тяжелее, чем испытывать страдания. Еще разочек. Воздержание от удовольствия легче тогда. Почему легче? Наоборот, ведь. Если воздержание от удовольствия тяжелее, чем страдания, тогда мы перестаем испытывать страдания, бросаем свое воздержание и начинаем есть. То есть вы хотите сказать обратное, что воздержание от удовольствия гораздо легче, чем, наоборот, гораздо тяжелее, чем перенесение страданий. Вот, да, я это... Вы можете себе такую ситуацию представить? Я могу только в случае, если у вас там непереносимость лактозы или, например, этот самый, господи, глютена, или какая-нибудь другая адская аллергия, когда вы такая, блин, конечно, я не хочу есть лобстеров, да, или там хочу есть лобстеров, но если я не поем их, я умру. Да, там какой-нибудь диабетик, который говорит, что у меня сахар понижается в крови, мне сейчас надо срочно что-нибудь есть, а то я впадаю сейчас в катаническое состояние. Вы же сами говорили о том, что когда ты приносишь страдания, ты не делаешь ничего, ну то есть ты ничего не делаешь, ты просто приносишь страдания. Да, да. Ну вот. А когда... Именно поэтому перенесение страданий легче, чем... Да? Так я же это имела, видимо, я не... Ну-ка, давайте еще разочек. Я хотела сказать, что перенесение страданий легче, чем воздержание от удовольствия. Легче, чем воздержание от удовольствия. Да. Да, ну так порочный он все время страдает. Да. Но ведь в то же время мы говорили, что страдание есть признак того, что вы идете по правильному пути, по восстановлению правильного. Да, то есть вы хотите сказать, что картину сложнее от себя. Да, потому что это ненадежный критерий. Нет, почему? Порочный может идти по пути добродетели, отказывая себе в лобстерах и тем самым страдать. Но это не стопроцентный... Конечно. То есть, если вы сунули вилку в розетку, это не значит, что вы стали, ну, в смысле, да, шпильку в розетку и чувствуете, что страдаете. Это не приближает вас к добродетели. Даже суперсил вам не даст. Более благоразумно точно сделать. Ну, потом. Ну, потом. Ну, не обязательно. Ну, если выживете. Ну, не обязательно. Можно второй раз попробовать. Ну, как? Ну, первый раз не... Ну, как, смотрите... Вы же суете туда ее, чтобы электрические суперсилы получить, как в фильмах, да? У вас первый раз не получилось, вы думаете, ну, сейчас надо попробовать второй. Ну, так человеком тогда движет порог. Ну, человеком ведь движет порог тогда, значит, это априори недобродетель. Нет, мы говорим любопытство. Нет, смотрите. А, то есть вы хотите сказать, я это делаю, чтобы стать круче. Да, логично, смотрите. Страдание – это признак движения к добродетели, это правда. Но при этом... Вы должны знать, что вы к ней движетесь. То есть, помимо самого ощущения страдания, должно быть какое-то решение, либо внутреннее, либо внешнее. То есть, либо отец вам подзатыльник дает, говорит, будь, значит, честным, справедливым и так далее. И тогда страдание – это признак движения. Либо вы себе говорите, я отказываю себе от лобстеров. И так... То есть, обязательно должен к этому физическому ощущению должно прибавиться что-то еще. Само по себе... А? Намерение все-таки внутри вас. Ну, хорошо, давайте мотив скажем, да, намерение какое-то, да. Да. Понятно, если вы просто лежите, и у вас там камень в почках, да, и что-то как-то не прибавляется добродетельности от этого. Хотя вот Эпикур говорил, что прибавилось. Вот насчет умеренности вы спросили, если ее слишком мало, то разве человек страдает от недостатка удовольствия? Вот этот вопрос задали. Вот, но это же Аристотель до этого поменял вообще все и сказал, что страсть, которая движет к мужеству, это не страх, а страдание, а то, что движет умеренностью, это удовольствие. И получается, из этой картинки страдания как раз убираются. И да, поэтому но... можно сказать, что и там речь идет об удовольствии, то есть и слишком много, и слишком мало, и страдания можно вообще выкинуть. Это, конечно, здорово, но Аристотель не настолько категоричен, как вы только что заметили. Порочный все время страдает. Но может он страдает, ну, как бы в другом смысле, то есть под другим... Ну, он же все усложняет, как бы. Да, все становится сложнее, чем обычно, конечно, именно за этим мы здесь. А я к тому, что Аристотель все еще не нарисовал нам второй конец, да? Он уже разрисовал звезду, но не нарисовал нам все еще второй конец. Вот этого бесчувственного или черствого человека, который глух к телесным позывам. С одной стороны, София Алексеевна, наверное, права. Если умеренность и порочность, связанная с умеренностью, связаны скорее с удовольствиями, чем со страданиями, то тот, кто не получает удовольствия, не может быть назван умеренным. Да? Тот, кто не преодолевает удовольствия, не может быть назван умеренным. Потому что у него просто нет этой тяги, и, соответственно, то есть... Если вы по жизни глухи к алкоголю или, там, я не знаю, к рыбе или к ракам, то нельзя сказать, что вы умеренны по отношению к алкоголю, рыбе или ракам. Вы даже не преодолеваете ничего, чтобы не есть их.
И в этом смысле вы не двигаетесь в сторону. С другой стороны, но тот факт, что вы ничего не преодолеваете и не чувствуете страдания, означает, что вы недобродетельны, а порочны. Но с другой стороны, еще можно сказать, что просто в человеке настолько это... То есть эта добродетель вошла в привычку, и поэтому... Нет, если добродетель вошла в привычку... Нет, смотрите. Если добродетель вошла в привычку, то вы виновны... Раньше страдали. Нет, то вы, во-первых, раньше страдали, а во-вторых, виновны в этом. Угу. Это ваша добродетель. А если вы не едите красную рыбу, потому что вам не нравится ее вкус, то источник этого отказа не в вас, источник в рыбе. И, соответственно, вы не можете назвать это добродетельностью. Вопрос, если человек... Но если это не добродетельность, то это, скорее всего, порок. Если человеку просто не нравится вкус мяса, например, то тогда мясо, ну, создано не для того, чтобы быть съеденным человеком. Не этим конкретным. Потому что всем людям нравится вкус мяса. Давайте. Но если некоторым не нравится. Вот именно поэтому Аристотель выше сказал, и мы прочли этот отрывок дважды, что, конечно, есть особенные, которые вот личные вкусы никто же не отменял, да? Но это разнообразие, как бы, вы же все равно можете его съесть, правильно? И все же будет хорошо. Я сделаю какое-нибудь животное счастливым. Да, 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 исполните его цель, конечно. То есть каждый человек, который не любит мясо, точно так же, как и каждый, кто не любит алкоголь, все-таки может съесть алкоголь и принять мясо. Именно поэтому мы можем сказать, что потребление их является естественным. Но потому что вы бы могли мне сказать, что всем нам не нравятся фекалии, но мы же можем употребить фекалии. И я бы ответил вам, конечно, нет, не можем. Да? Не с последствием для здоровья. Точно так же, как если всем нам не нравятся яды, но если мы выпьем яда, то с нами случится крайне неприятная вещь. Мы будем страдать, и мы движемся к добродетели. Прям христианское, я бы сказал, добродетели. Я напоминаю вам, да, что порочное еще не нарисовано. Люди, которым не достает влечения к удовольствиям и которые меньше, чем следует, ими наслаждаются, вряд ли существуют, ибо подобная бесчувственность человеку не свойственна. Тан-тан-тан. Вот такой вот поворот. Угу. Да ведь и остальные живые существа разборчивы в еде, и одно им нравится, другое нет. Если же некоему существу ничто не доставляет удовольствия, и оно не делает различия между приятным и неприятным, оно, вероятно, очень далеко от того, чтобы быть человеком. О. Не нашлось для такого и названия, потому что он едва ли существует. Да. Аристотель решает эту проблему. Если вам не нравится вино и красная рыба, вам по-любому нравится что-то другое. И вот в этом чем-то другом, то есть у вас другой вкус, и вот в этом чем-то другом и проявляется ваша порочность, потому что вы объедаетесь именно этим. Мы не можем себе представить такого человека, говорит Аристотель, у которого бы вообще не было никаких вкусовых предпочтений. Не в смысле он любит все одинаково, а в смысле он все одинаково не любит. Такого не бывает. И мы бы, конечно, хотели бы ему не поверить на слово. Но что-то в попытке придумать пример ничего не происходит у меня в голове. Может быть, у кого-то из вас происходит что-то? То есть можно ли реально себе представить такого человека, который не любит все продукты абсолютно одинаково, у которого нет никаких предпочтений, который не чувствует, что нечто вкуснее, чем нечто другое? Ну, больные только, если какие-нибудь. Но больные. Ну, раковые больные. Ну, да, да. Какие-нибудь там под химиотерапией, которых только рвет все время, и которые но на физраствуре. Вкус вообще не чувствуют. Да, да, да. И которые на физраствуре лежат. Ну, это ж не люди. Еще какие-нибудь варианты? Но, с другой стороны, предпочтения ведь меняются. Да, но это же ничего не добавляет и не отнимает у Аристотеля. То есть раньше действительно вы можете представить себе такого свастёна, у которого стало от сладкого, но это не значит, что он не найдет немедленно какой-то другой вкус, который будет ему нравиться. А вот получается, то есть можно настолько стать порочным, то есть переесть чего-то настолько, чтобы больше вот просто не хотеть этого. Нет, при этом порочность никуда не денется. Вы просто переходите с одной пищи на другую. То есть вы все еще порочность заключается в чрезмерности этой пищи. Вы чрезмерно ели лобстеров, вы от них устали, вы начинаете чрезмерно есть там что-то гречку. Другое, да. Ну, только уже не гречку, да. Особую штуку. Да. Угу. Умеренный же, напротив, держится в этом середины, ибо он не получает удовольствия от того, чем особенно наслаждается распущенный. Скорее, это вызывает у него негодование. И в целом он не находит никакого удовольствия в том, что недолжное и ничто подобное не влечет его слишком сильно. А при отсутствии удовольствий он не испытывает ни страдания, ни влечения, разве только умеренно, и не сильнее, чем следует, и не тогда, когда не следует. И вообще ничего такого с ним не происходит. Да, да. Вернитесь обратно к перечислению того, в чем заключается порочность. 11, 18, Б, 20.
Ведь среди тех, кого называют любителями, одни наслаждаются не тем, чем следует. Значит, не то, что нужно. Понятно? Другие сильнее, чем большинство. Сильнее большинство. Третьи не так, как следует. Не так, как нужно. И распущенные переступают меру во всех отношениях. Да, а распущенные – это вообще все это вместе взятое. Соответственно, умеренные – это тоже все это вместе взятое, но со знаком «плюс». Вы наслаждаетесь тем, чем нужно, так, как нужно, и не сильнее большинства. Большинство тут играет роль? То есть большинство все-таки решает, что… Имеется в виду, естественно, посредственность. Вы со всеми посерединке движетесь в одну и ту же ногу. В этом смысле добродетель умеренности не выбивает вас из основной массы людей, в то время как все моральные добродетели, очевидно, выбивают вас из основной массы. То есть, заметьте, как Аристотель хорошо встраивает эту штуку, эту схему в реальность. Мы живем в Японии, и большинство любит тунца. Поэтому умеренность будет заключаться в том, чтобы кушать тунца. Мы живем в Монголии, и большинство кушает лошадь. Поэтому и там пьет кумыс. И поэтому умеренность будет заключаться в том, чтобы пить кумыс, там пить лошадь и есть кумыс. А если человек просто, ну как бы вне вот этой территориальной границы любит пить кумыс, но это не принято в обществе. То есть в данном вот. Обществе большинство не пьет. Вот о чем и речь. Понимаете, да, о чем он говорит? А в русском языке есть пословица: в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Это она. Ну, то есть, чтобы проявлять умеренность в обществе кочевников, помните, мы об этом говорили в самом начале. Чтобы вести себя хорошо за столом в Японии, вам придется громко чавкать. Да. Вот это и будет проявлением умеренности. То есть любишь кумыс и жар Монголию. Наоборот. Если уж ты приехал в Монголию, будь добр любить кумыс. Да, будь добр пить но кумыс как... и есть лошадину. Не, а как тогда пить кумыс вне Монголии? Тяжело. Вы можете купить кумыс здесь? Да. Да. Ну, если вы постараетесь, конечно, да. Но от этого я не буду ворочать. Но это проклятый мультикультурализм, да. Это первое. А во-вторых, конечно, это же отсутствие ассимиляции. Вы не умеренны. В смысле отсутствие ассимиляции? Потому что в смысле, никто вы приходите, не пьёт кумыс, а я его пью. Да, умеренность говорит, что вы должны идти в ногу с большинством. Большинство здесь не пьет кумыс. То есть, если я пойду в пятерочку, куплю там кумыс, я уже буду не умерен. Ну, если постоянно вы будете это делать, да, то есть если это не кулинарный эксперимент, а если это привычка, то это проявление неумеренности. Ну, с точки зрения Аристотеля, понятно? Он при мультикультурализме, и слава тебе, Господи, не жил. Тогда, в принципе, можно вернуться немного назад к порочности с другой стороны. Угу. К бесчувственности. Угу. И сказать, что технически у нас возможна такая ситуация, когда человек живет в Спарте и ест кровавую похлебку, и больше кроме нее ничего не ест. И понятно, что его будет тошнить от этой похлебки, и в целом к еде он будет относиться, ну, в общем, она будет вызывать в нем только страдания. Но это не значит, что в принципе любая еда будет вызывать в нем страдания. Тот факт, что он никогда не пробовал какую-нибудь вкусняшку, не будет означать, что он бесчувственный, условно говоря. У нас не может быть бесчувственных, потому что они бесчувственны ровно до тех пор, пока они не найдут что-то, что доставляет им удовольствие. Но всегда есть потенциал к тому, чтобы найти что-то, что доставляет удовольствие. Единственный шанс умереть бесчувственным – это умереть просто чего-то не попробовав, условно говоря. И у нас происходит такой реверс, и мы возвращаемся просто к неумеренности с противоположным знаком. То есть бесчувственность только, вот, только в обстоятельствах. Ну, если она вообще возможна, да? На самом деле она невозможна. Но даже в Спарте, если вы едите все время черную похлебку, помните, Ксенофон говорит, а иногда богатые добавляли к еде дичь, к столу, к общему, дичь, пойманную на охоте, и, господи, хлеб. То есть у вас все равно будет разнообразие, а значит, будет... То есть не будет... Будет предпочтение. Да, то есть вы не можете представить себе такой ситуации, когда единственная ваша еда – это как в «Матрице» вот это вот непонятное нечто, да, которое псевдоовсянки называют, как, и по поводу которой шутки идут.
И у вас просто нет возможности попробовать что-то другое. Но даже если у вас не будет возможности попробовать что-то другое, у вас все равно будут какие-то наклонности. Но так как в реальной жизни уж точно такой ситуации возникнуть не может, то бесчувствие невозможно. Где мы там остановились? 11, 19А, 15. 15. Ну, давайте дочитаем до 20. Умеренный как должно, он будет стремиться к удовольствиям, связанным со здоровьем или закалкой, и к другим удовольствиям тоже, если они не препятствуют здоровью и закалке, не противоречат нравственно прекрасному и соответствуют его имущественному состоянию. В самом деле, кто относится к этому иначе, любит подобные удовольствия больше, чем они того стоят. Но умеренный не таков. Он привержен им, согласно верному суждению. И вот еще критерии умеренности. Помните, мы говорили с вами, что цель мужества не ясна? Потому что Аристотель не говорит прямым текстом, что цель мужества – это спасение города. Цель умеренности ясна, и она перечислена. Это здоровье, закалка, прекрасное и имущество. Заметьте, что прекрасное слэш благородное оказывается целью как мужества, так и умеренности. Понятно, почему умеренность выше мужества? Потому что умеренность ближе к телу, в смысле ближе к рубашке. Мужество посвящено городу, но умеренность посвящена лично вам, вашей телесности, вашему здоровью, вашей закалке и вашему имуществу. Что ж, давайте на этом остановимся, а потом вернемся и считаем, если у вас нет вопросов.